Привет всем, привет! Привет, с вами Лига Music Wars. Сегодня у нас два события. Во-первых, окончание Best of the Best. Это первое. В общем, подведем итоги по Best of the Best сразу же. Кто сколько потратил, кто сколько задонатил. В общем, там все будет во второй части этой новости. А здесь мы с вами будем разбирать фанфары. Те, кто дарил кучу музлайков. В общем, за две недели данного мероприятия подведем небольшие итоги. В общей сложности я получил 71 тысячу музлайков. Это очень огромное количество, просто шедевральное, никак не сравнится с прошлым годом. И кто же всему этому виной? А виной этому два персонажа, которые в течение двух недель продолжали меня радовать музлайками. Первый – это Домохозяй 16. Классный чувак, очень долго и очень намеренно снабжал меня музлайками. Ему принадлежит рекорд по единовременному увеличению количества сердечек у меня на аккаунте. Это 17700. Ну, к сожалению, я не мог сохранить этот скрин. Максимальный скрин, который я сохранил, он чуть-чуть меньше. Так, отодвинься. Давай перейдем к следующему. Все, конечно, понимаю, что Домохозяя еще вспомним. И второй человек, который выкинул, так скажем, немалое количество рубинов на то, чтобы мой аккаунт поднялся на вторую строчку. Это Носорог. Спасибо большое, Паша. Просто шедевральное количество. Это 10100, по-моему, там музлайков. Ну, в общем, говорим, скажем, 10000 музлайков. Это сразу окупило всю полностью неделю покупки всех больших подарков, мебели и так далее. Паш, большое тебе спасибо. Носорог, конечно, просто человек-огонь. Не первый раз меня поддерживает, не первый раз выделывает такие интересные трюки. Так что спасибо, Паш. Я просто, ну, не знаю, как тебя благодарить. Ну, так, ты, наверное, вот сюда, вот так, вот сюда. Итак, два победителя. В общем, к сожалению, третьего выбрать я не мог, как в прошлом году. Причина простая, элементарная. Дарили, но не было такого ярого, знаете, что прямо отличались. Более-менее из всех отошелся Рома Форнберг. Фарисберг, Форнберг. Никак не могу выговорить я твое имя. В общем, Ром, спасибо. От тебя примерно, насколько я помню, пришло около 700 музлайков за один раз. Это, ну, я считал, один из адекватных рекордов. Больше как бы не было. Так что ты вроде как бы претендуешь на третье место, но хотя бы до 2000 бы дотянул, как в прошлом году. Тут можно было бы классно. Дарили Хейли, Саня, Вампиры, я там смотрю. Кто еще? Крайс, Энфуга. Блин, много ребят, много дарили. Серега заветовался, Виталик, ребят, привет перцам бывшим. Даже эти здесь засветились. В общем, очень много было музлайков подарено. Так что спасибо всем большое. Я просто, ну, прям, так сказать, снимаю шляпу перед вами. Вы дали мне второй кубок, ребят. Я второй раз беру кубок The Best of the Best. В 2019 году и в 2020 году. К сожалению, показать пока я его не могу. Жду заданку на... Ну, в общем, жду заданку на резиденции, на славу. Если появится, в обязательном порядке покажу кубок. Ну, а пока картиночку мне уже прислал Music Wars о том, что все, я победил. Хорошо. Ну, спасибо. Музлайкеры, три, ребята, будет еще отдельно по рубрике, так что ждите, будет большой, огромный, там же еще разыграем конкурс, а дальше посмотрим, сколько же потратили донаты на все, про все. Давайте же к новости. Кто сколько потратил? Самая любимая часть вообще любых Best of the Best. Как сказал Максик, еще раз повторю, это не выбор лучшего, а выбор, кто больше задонатит. Так что посмотрим, кто сколько вложил в игру, кто сколько музлайков получил. Те, кто не смотрел и не следил за Best of the Best, будет интересно, сейчас подведем сразу итоги. Те, кто следил, как я, успел сделать скрины за 30 секунд до того, как все закончится. Поэтому сейчас скрины предоставим, но сначала давайте я вкратце объясню. Итак,
7100 рубинов. 15 тысяч рублей. То есть это получается 71 тысяча музлайков на 15 тысяч рублей. 24 тысячи музлайков за 6 тысяч рублей. 12 тысяч музлайков за 3 тысячи рублей. Так что давайте будем плясать от этих трех крупных сумм. Просто будет сразу очевидно о том, кто сколько влил. Итак, давайте перейдем к самому первому из всех и меньше, наверное, набранных. Это, конечно, Урбан. Во-первых, K-Rides. Я тебя поздравляю. Просто круто, молодчина. Я знаю, что вырвал победу на самых последних минутах. Потому что побеждал он буквально за час до конца второго тура голосования. Примерно где-то с оттенком 38 тысяч музлайков. Но тут интересный ехей! Решил, короче, на последних минутах у человека просто забрать это место. И Крайс пришлось прямо накидывать, накидывать. И прям Виктор накидал себе музлайков. И, соответственно, 62 тысячи. 62 тысячи музлайков в общей сложности. То есть смотрим, да? То есть человек 100% выходил на 7100 рубинов. Ну, то есть, и он задонатил в эту игру около 15 тысяч. То есть, его место сейчас в рейтинге стоило 15 тысяч. Следующий за ним Ехей с такой же, ну, риторикой, с таким же донатом. Не знаю, как хотите, так называйте. Соответственно, также 15 тысяч рублей. Дальше Че Гевара. Че Гевара 20 тысяч. 20 тысяч уже меньше, уже хорошо, уже тянет на 6 тысяч рублей, где-то так. Сергей, Бес и Пирочика. Виктор, Серега, я знаю, вы специально пришли за медальками, за 4-м и 5-м местом. И, так как я понял, вы никому их и не отдали. Ну, 18 тысяч у одного и второго, возможно, кидал один, возможно, кидал на два персонажа. Не скажу точно, но если сложить, то есть 24 в общей сложности, ну, то есть, ой, 26 в общей сложности. Итого получается 6 тысяч рублей на два персонажа. Ну, я думаю, что также было потрачено 7 тысяч рубинов и 15 тысяч рублей. Итак, первое место 15 тысяч 100%, второе место 15 тысяч 100% и третье, четвертое, пятое тут спорно, но я бы сказал по 6 тысяч рублей. Итак, Урбан, я вас поздравляю. Следующим, к кому мы перейдем, это меломаны. Итак, меломаны, Perfect One, Андрей, приветствую и я тебя поздравляю с первым местом, с шикарными апартаментами. Здесь у нас 68 тысяч. 100% человеку это стоило 7 тысяч рубинов, которые он купил за 15 тысяч рублей. Я тебя поздравляю. Ласковый Амур, тоже один из наших, тоже поздравляю. Гуччи Маньяк, Сайленс и Каролина, ребят. Но здесь очень интересно, если в Урбане были по 18, то здесь, смотрите, 33, 35, 37, 38. То есть эти люди явно включили самый максимальный план рубинов. Это рубины за 7000, потому что, ну, по-другому просто не получается. Здесь 2400 за 6000, очень невыгодно брать два таких плана, то есть получается, чтобы выходить. Да, это 12000, но легче взять 7000 рубинов, за 15 это будет намного выгоднее, поэтому я думаю, что люди вкинули в игру тоже по 15000 рублей. Ну что, я поздравляю всех находящихся в меломанах, особенно поздравляю Андрею. За раз посмотрим, награждение, ребят, будет 14 примерно числа, ну, заранее, может, 12, там посмотрите, то есть до этого времени еще подарки не уберут, так что мы ждем. Поехали к следующим, ребят, это рокеры. Итак, рокеры Эль Фуга, я тебя поздравляю, топовый персонаж, несколько раз был у меня на стриме, классно, ну, имею в виду, раскачанный, просто, ну, что сказать, прям реально шедевральный персонаж, ничего не скажу даже. Здесь еще больше, я, нравится, я специально поставил по максимальному увеличению, да. Итак, рокеры, Эльфуга, Дрон, Блэк Кобра, Марита, В и Джоли Луп, ну, в общем, ребят, пятерка мест, причем буквально Алибанда это чуть-чуть немного не хватило, мог бы пободаться, но я думаю, что они тоже на последних минутах вели сражение за эти 5 мест. То есть эти кубки сейчас у людей уже появились, можете посмотреть. Единственное, что у людей нет, это студии. Студия появится чуть-чуть позже, им начислят. Итак, поехали. 85 тысяч. 85 тысяч это 100% 15 тысяч рублей, плюс еще с
сверху. То есть еще сверху, но думаю, что Эльфуга, скорее всего, купила два также по 15. И у нее сейчас еще на аккаунте есть еще куча рубинов, потому что не знала, как буду тянуться, а первое место очень охота. Ну, прям круто, прям круто. 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Здесь сделаю наверху список общий, ну, то есть там... Забыл сказать, будет, короче, сказано, сколько потратили самые топовые игроки в этой игре. Причем самое интересное, что это чистый донат, чистый денежный донат. Ну и дальше, ребят, 65 тысяч, это 15 тысяч рублей. Black Cobra 56 тысяч, это также 15 тысяч рублей. Ну и еще двое по 40 тысяч, буквально разница там 600 очков за 4-5 место. Молодцы, ребята, бились прям очень сильно, очень сложно. И так, у них и у одного, и у второго, соответственно, также 15 тысяч рублей. То есть первое место это 100% 30 тысяч, и 4 по 5 это по 15 тысяч. Ну еще, поздравляю, очень поздравляю, ребят, все красавцы. Итак, перейдем в самый жесткий, самый сложный из всех. Это клаб, где ваш покорный слуга занял второе место. Причем, заметьте, у меня больше, чем у многих, это на втором месте. Вообще, Роршаха я поздравляю. Этот человек накидал 50 тысяч музлайков за 1 час второго тура. Это было просто шедеврально. Я, честно, не ожидал. И вот, когда у нас была разница, ну, то есть, буквально там 20, по-моему, и 10 тысяч музлайков, то есть, человек прям вышел... И через некоторое время смотрю, ну, как бы, конец первого тура там проходит. И я смотрю, он появляется, короче, с надписью 100 тысяч. Я говорю, нифига себе. Но у меня как раз было 56. То есть человек, мало того, что, ну, стоял где-то на каком-то уровне рядом примерно со мной. И у него где-то было около 45-50 тысяч. И он себе просто накидал еще 50 сверху. То есть человек закинул 138 тысяч музлайков. Это самый рекорд буквально прям на нашей... планете Музвара. Ну, здесь, как я уже говорил, что два плана по 7100. Причем самое интересное, у него даже рубинов не осталось. То есть это человек прям вкинул. Я вообще думал, что больше будет. Ну, хотя за него тоже, за Роршаха голосовали простые игроки. Я думаю, что он тоже получал. Но там малое количество, очень малое. Учесть, что на втором месте 71 тысячу, ребят, я закинул, как уже говорил, около 50, наверное, музлайков себе, может, меньше. Просто я, ну, мне не надо было фактически себе кидать, я все кидал другим игрокам. 71 тысяча. Просто те, кто... Ну, давайте прикинем. В общем, 71 тысяча, ребят, на меня было потрачено игроками. Игроками и, соответственно, простыми и донатными. Это 15 тысяч рублей. То есть сейчас у меня в аккаунте за кубок отдано 15 тысяч рублей. А самый огромный донат вообще, который мог бы существовать на моем канале, 15 тысяч рублей. Такую сумму вообще никогда в жизни я просто не собирал. Ну и поздравляю ютубера. Ютубера занялся третье место. Санчес, просто красава. Санька Малочинка. Просто молодец, наконец-то у тебя тоже кубок. Представьте, для человека такой уровень такого признания, это, знаете, это значит старание за его труды. Молодцы подписчики Александра, все, кто скидал, кто, в общем, его поддерживал. 41 тысяча. Из этой 41 тысячи я 100% знаю, что это 40 тысяч, это подписчики. Может, 1000 или меньше Санчес сам себе накидал, но, скорее всего, тоже, как и я, он себе просто не бросает, нет необходимости такого. Итак, четвертое место. Лилиана. 100, это 36 тысяч. 36 тысяч, как вы понимаете, это тоже уже порог перехода на донат в 15 тысяч рублей. По-другому здесь не получается. Меньше брать за 6 тысяч по 2, это, ну, невыгодно. Поэтому 7 тысяч 100% закинут Лилиана. И витаминки на 34 тысячи, закрывающий пятый кубок. Второй ютубер. Просто 3 ютубера в клабе. Ребят, 3 ютубера в клабе. Вот насчет витаминкина, если честно, я не знаю. Если кто-то ее поддерживал, пожалуйста, кидал музлайки прям в большом количестве, сколько-то там, 1000, 2, 3, 5 тысяч. Пожалуйста, отпишитесь, а лучше сама пусть витаминкина нам напишет. Кто честно поддержал, и пусть скрины сбросит. Вообще ждем от нее видосика, пусть видосик скинет о том, сколько кто кинул. В общем, вот такие результаты у нас по всем лигам. Все суммы вы видите, ребят, за топовые места я их специально вам оставил. Ну, окончание Best of the Best просто шедевральное. Еще раз спасибо всем, кто меня поддерживал. Просто большое количество музлайков, просто огромнейшее. И, конечно же,
Ребят, будет еще топовый музлайкеры 3, и там еще разыграем еще рубин. То есть еще сотенку разыграем на прошлой, скоро сделаю розыгрыш, и еще на новой сделаем розыгрыш, сделаю отдельное видео, причем, скорее всего, сделаю 2. Не забывайте, что надо указывать время. Надо указывать время и ник. Больше ничего не надо. Я каждый комментарий проверяю. Всем счастливо с окончанием Best of the Best, а меня со вторым местом.